доброе утро! Аврора, поздоровайся, скажи доброе утро. Она поздоровалась. У меня день рождения, и вот эта красавица меня уже поздравила. Она меня уже облизала. Извините, у нее дела. Мое утро, кстати, началось очень приятно, с поздравлений. Я сразу читала поздравления, всем отвечала. Спасибо вам большое. Мне очень приятно. У меня завтрак на ходу. Да. У Кати сегодня день рождения, поэтому мы идем в магазин купить продукты, потому что вдруг кто придет в гости. А есть-то нечего. Да. Пошли. Пошли. Все, мы вышли из супермаркета, в общем... Мне уже испортили день. Ну не то, что испортили день, знаете, просто неприятная ситуация случилась. Вообще я люблю супермаркет Новус. И он тут у нас рядом находится. И я думаю, ну классный супермаркет, схожу там скуплюсь. Пришла я на мясной отдел, попросила взвесить меня балыка. Я взяла хотела хороший балык, попросила испанский, он такого оранжевого цвета. В общем, она мне взвесила. Я смотрю, этот балык ну вообще некрасивый, вообще не тот, который я хотела. В общем, я ей говорю, вы точно мне отвесили тот балык, который я просила? Она мне говорит, да, точно. И нервничает. Я ей говорю, вы уверены? Смотрите на этот и смотрите на тот, который вы мне отвесили. Она говорит, и вторая к ней подключится. Нет, это тот. И просто вот спрашивается, люди, вот вы же видите, вы же знаете, что вы врете. Видите, что я уже вас спалила. Ну скажите, вы, я перепутала. Ой, извините, давайте я вам отвешу новый. Она мне говорит, так это просто вчерашний кусок. Тем более, у тебя написана сегодняшняя дата производства, а ты мне отвешиваешь вчерашний кусок? Вот, ну как так? В общем, я не выдержала, я борец за справедливость. Написала в книгу жалоб им ответку. Написала, что случилось, все описала и сказала предпринять меры. Так что будьте внимательны, когда ходите в супермаркет, потому что люди разные бывают. В общем, уже Катечка уже все поздравили, уже все подарили, что все, что хотели, а я еще нет. Я тебе дарю то, что ты давно хотела, особенно ты хотела это вчера или позавчера. Потому что мои источники подтвердили эту информацию, и я нашел то, что тебе понравилось. Что это? Пандора? Да, ну Пандора же бывает разная. А посмотри, что именно там. Серьезно? Это только меч. Да. Я сама не концентрировала. А я знал. Спасибо тебе большое. Класс. Подошел? Еще размер мне подошел, я не знаю как. Знаешь, почему подошел размер? В общем, такая история случилась, потому что я взял Катино кольцо, она, наверное, носила его на большом пальце, потому что оно было большое. Но я как бы в этом не разбираюсь, я пошел в Пандору. Вот, говорю, смотрите, вот такой вот размер. Они начали его там смиряться своим размером, потому что там есть, я так понял, есть сетка, да, я, в общем, в этом не разбираюсь, да. И они, в общем, посмотрели, что это максимальный возможный размер. Спросили, точно ли этот размер. Я говорю, я уже как бы засомневался, говорю, не знаю. Давай звонить Катиной подруге Ане, потому что они недавно гуляли, и Катя померила кольцо в Пандоре. Сказала, что очень понравилось. Да, и мне Аня рассказала. Вот, давай ей звонить. Она говорит, да нет, ты что, это слишком большой размер. Сейчас я позвоню в магазин, говорит, и спрошу, какой у них размер лежит на витрине. Потому что она его мерила, он не подошел, и они принесли потом ей другой размер, может, они помнят. В общем, есть магазин, рассказали про размер, она позвонила мне, и я это купил. Капец, спасибо. Блин, как круто. Класс, видели? Такое кольцо. Мне оно очень понравилось. Оп, а мы уже в ресторане. Мы пришли в ресторан, который называется «Любимый дядя». В общем, идея самого ресторана в том, что дядя ездит по всему миру, привозит с собой разную фигню и разные рецепты. И вот там, в этом меню, просто сборник рецептов любой кухни. Да, очень интересно. И сама обстановка здесь такая, вот здесь вот мопед стоит, еще какие-то вещи, знаете, как вот туристы, да, что привозят что-то, какие-то сувениры из других стран. И домой все складывают. Так здесь так же получается то же самое, только в ресторане. Очень интересно. Да.
заказала себе облепиховый чай. А Дима заказал себе молочный... Молочный улун с жасмином. Теплый салат с телятиной. Печеный перец с моцареллой и анчоусами. Это блюдо называется пан Маракеш. В это интересное блюдо входят телячьи мозги, хлеб, насколько я вижу, и еще какие-то овощи. Честно, я вам не скажу точно. Этот салат нам тяжело вспомнить, но это точно яйцо пашот и ростки гороха. Здесь такие сложные ингредиенты, что мы уже позабывали, что мы позаказывали, да, Катя? Да. Вкусно? А ты что попробовала? Телятина, салат с телятиной. Нам принесли всего лишь закуски, а нам уже очень-очень понравилось. Я уже жду основных блюд. Телячья вырезка с грибами. У меня стейк из языка. Это язык, пожаренный на гриле. А это телячьи щеки с кашкой. Это тартар с телячьей вырезкой. Очень вкусно. И это мясо сырое. Да. И очень, да, но оно офигенное. Я его использую вот как соус, я не знаю, правильно так есть или неправильно. Но, по крайней мере, так вкусно. Если вкусно, значит правильно. Да. У меня арабский десерт с творогом, с лимонной цедрой, малиновым сиропом и виноградом. А, и с клубничкой. У меня десерт с медовым бисквитом, бананово-карамельным кремом, сливочным кремом и грильяж из кешью. Семена чиа с муссом из манго. Смотрите на мой арсенал, я даже не знаю, что мне взять. Орудие убийства. Возьму ложку. Дима налег на мой торт, уже половину мою съел. Я просто попробовал. Нет, ты съел. Теперь этот дядя и для нас стал любимым. Отличное место, всем советую. Мы пришли домой. Такое классное место, нам так понравилось, просто очень вкусно, очень классно. Официант очень хороший у нас был. В общем, вечер удался, и сейчас. И знаете, такое место, где просто вот в меню написаны вроде бы как обычные слова, понятные, скажем так, то есть там, например, там помидоры, огурцы, да, кабачки, вот кажется, ну блин, обычные. Например, мы брали теплый салат с телятиной и с овощами. Вот казалось бы, что в каждом, ну практически в каждом ресторане есть такой салат. Но вот здесь он был просто нереально вкусный. Да, все было идеально, нам очень понравилось. А сейчас мой вечер продолжается, и у меня сегодня новый подарок для меня. Потому что сегодня идет по телевизору «Я соромлю свого тела». На самом деле я очень люблю эту передачу. Я люблю смотреть операции, как проходят. Это маленький факт обо мне. Я обожаю просто раны, кровь. Вот это все мне очень нравится. Гной. Да, мне правда нравится смотреть на операции. Но интересный факт в том, что я бы никогда не смогла прооперировать человека. Смотреть, да, без проблем, а вот оперировать нет. Сейчас буду подарками хвастаться. Мне Стас с Галей подарили такую бутылочку. Очень классную для воды. И вообще для чего-либо. Смотрите, на кнопочку нажимаешь, она открывается. Вот. Тут сетка мерная. И вообще она прикольная. А еще у нас дома куча сладкого, Дима дожевывает на конфет. Дима, ты мне подарили вообще-то? Ну мы же вместе. Ты спрашивать надо? Мы же сидели вместе. Что у меня началась шоколадная диета, а ты съел мои диетические продукты. Я тоже на такую подсел. Хотя на самом деле мы так наелись в том ресторане, в любимом дяде. Я не знаю, я, наверное, завтра есть не буду целый день. Ну что ты сейчас ешь? Конечно, не будешь, ты сожрал уже все мои конфеты. Я одну шоколадку сегодня взял. Да. Всем хорошего дня, пусть у вас будет веселый день, как у меня сегодня. Да, пусть вам дарят подарки, даже если у вас не день рождения. Да. Всем пока, всем до завтра. Пока.